Здрасте. Давно вас не видел. Я тоже. Юрий. А почему вы не на просмотре? Мы отдыхаем, потому что уже посмотрели все, что только можно было посмотреть. Ага, нас уже удивить нечем. Да, правильно, там душно. Я вот говорю, что вот это по-английски называется building. Yes, of course. А вот это вот устроить фан-зону без звука в 21 веке. Да, это называется дебилдинг. Да, дебилдинг. Дебилдинг полный. Притом с каждым годом все хуже, хуже и хуже. По-английски это звучит так. Жадные страйеры. Да, жадные, глупые люди. Вот что можно сказать. Да. Точнее не скажешь.